Административный рейд прошел на острове Путятина. Комиссия проверила санитарное состояние территории поселка и соблюдение жителями и предпринимателями правил благоустройства. По фактам нарушений составлены протоколы. Далее подробнее. Остров Путятина специалисты административной комиссии посещают нечасто – 1-2 раза в месяц. Однако даже таких редких визитов хватает, чтобы контролировать благоустройство самой отдаленной территории городского округа. В первую очередь проверяющие обращают внимание на санитарное состояние контейнерных площадок. Начальник по исполнению административного законодательства отметила, что мусор с острова вывозится своевременно. Контейнеры для сбора ТБО установлены не только около торговых точек, но и на дорогах к бухтам, где в скором времени будут отдыхать туристы. Общее состояние санитарное поселка удовлетворительное. Мусор вывозится своевременно. Контейнерные сетки, площадки эти, значит, чистые. Претензии у проверяющих возникли лишь к индивидуальному предпринимателю магазина «Елена». Как оказалось, у данной торговой точки сменился арендатор и отсутствует договор на вывоз мусора. Хозяйка заверила, что на этой неделе все документы будут готовы, и данная проблема решится положительно. Правила благоустройства также обязывают граждан контролировать выгул домашних животных. Хозяева крупной живности зачастую не желают обременять себя заботой о выпасе скотины на спецтерриториях и отпускают своих подопечных пастись на зеленой лужайке поселка. Представители административной комиссии обнаружили на улицах Путятина бесхозных коров и лошадей. Они разгуливали по поселку и явно никем не контролировались. Вскоре объявился владелец лошадок. Андрей заверил, что уже в июне его животные будут содержаться в специальном загоне под присмотром. Где они вообще у вас содержатся? Вообще, вот я тут приехал на грузовике с города. Я там живу. Ну, я в курсе. Сказали, в конце мая сейчас там Дума утвердит новый генплан. И только после этого мне выдадут землю, которую я 8 месяцев назад попросил, чтобы мне дали под ферму. Так. Вот. И я сейчас завожу вагоностойку, стройматериал завожу для того, чтобы там городиться, ну и делать им загон. Побеседовали с владельцем данных лошадей, обещал к июню месяцу, что будет готов загон, и лошадей с поселка уберут. Остров Путятина – один из самых красивых уголков нашего городского округа. Однако санитарное состояние его в летний период резко ухудшается в связи с наплывом отдыхающих. Проблему с несанкционированными свалками в этом году планируют решать кардинально, то есть привлекать к административной ответственности туристов и штрафовать. Проблема у нас это ежегодная. В прошлом году было затрачено достаточно много средств на вывоз несанкционированных свалок, которые туристы оставляют у нас по побережью. Это большая проблема. Но в данном направлении администрация города работает. Надеюсь, что в этом году должно быть все-таки почище. Выезжать будем. Будем выезжать на все эти бухты, где у нас граждане. Будем привлекать их за сброс мусора. Ну, в основном, как бы, многие стараются все-таки, где у нас в районе кладбища стоит контейнерная площадка, свозят туда. Ну, будем проводить профилактические беседы. Опять же, будем привлекать людей к мерам административного воздействия, кто непослушный. Что же касается данного рейда, то все нарушения представители административной комиссии зафиксировали. Гражданам, которые их допустили, были установлены сроки на устранение недостатков. По истечению сроков будет проведена дополнительная проверка. И если ничего не изменится в лучшую сторону, то нерадивых островитян привлекут к административной ответственности и выпишут крупные штрафы. Отметим, что подобные проверки специалисты планируют проводить и дальше. Следующий такой административный рейд на острове пройдет в первой половине июня.